Land View. 80 квадратных метров. Как вы видите, у нас разрешение для начала 3 взрослых, плюс 1 ребенок и плюс 1 маленький ребенок. 80 квадратов с балконом вместе. Если такие вопросы возникают, чтобы... По приезду наши гости выбирают аромат, которым им бы хотелось. И дальше наш хаускипинг каждый день пользуется ароматом, который нравится нашим гостям. Также обратите внимание на то, что у нас есть кофемашина Nespresso для всех гостей. При заезде у нас мы предоставляем тарелку фруктов. Также обратите внимание на то, что у нас есть гардеробная. Гардеробная на входе, то есть они могут свои вещи закрыть. В ванной комнате. Давайте посмотрим ванную комнату. Уже многие прошли. Да. Получается, мы предоставляем сейчас у нас ванны принадлежности косметика Болгари фирмы. Джакузи. Джакузи получается в номере. Ну, в принципе, если понадобится есть какие-то еще у вас вопросы, можете задать. Ну, как ароматы? Разные. Все очень прекрасно. Ну, там в зависимости, да, по запросу. В зависимости от национальности, ну, в основном, как бы, да, колоска. Язычные страны СНГ. А, нет, это я вам объясню. Ароматы должно быть 4, то есть вы... Секунду, я думала, что... Нет, вы выбираете и кладете в серединочку тот, который вам нравится. То есть так хаускипинг понимает, какой вам нужен. То есть этим ароматом они пользуются. То есть если вы положите вот этот вот оранжевенький в серединку, когда зайдете, комната будет так пахнуть у вас. Ну, то есть можете вообще ничем не пользоваться, просто, в принципе, так оставить в покое. Никто не будет ничем прыскать. А я Все, так. Телевизор DVD-сей. Они-то или не они? Пляжная сумочка, капочки. Ну, понятно. Понятно, я не даже ставила халаты, да, тапочки. Да, то есть, конечно, у нас предоставляется для всех гостей. Это получается, как бы раньше он был стандарт, но сейчас в концепции написано «сьют номер». Да. Да. Да, сьют Land View. Да, Land View. Да, это первый по категории. Давайте, да, получается так. Тогда посмотрим еще главное здание, наши рестораны, наши бары и по территории, если у вас есть время, то да. Вид из лифта. А что, не написано? Это не минус первый. Минус первый, выходим. Но не сравнить. Смотрите, здесь мы находимся на минус первом этаже, спортивный зал, спортивный салон. Далее пройдем. Время у нас всегда, то есть в зале можно воспользоваться услугами. Сейчас по поводу а-ля-карт расскажу. У нас всего 7 а-ля-карт ресторанов. 2 из них платных, 5 бесплатных. А-ля-карт ресторан у нас есть рыбный. Сколько цвета? Рыбный, итальянский и турецкий. Они бесплатные и без резервации. Также у нас еще есть Азур-24 а-ля-карт ресторан. Он тоже бесплатный, без резервации. И платные рестораны 2. Один как раз мы посмотрим. Это Азия ресторан. Только и, посмотрим. Ну, резервацию заранее написали, мы сделали для вас. По резервации вечером открывается а-ля-карт ресторан. Стоимость $20. Для деток скидки. И еще стоит хаус, мы его посмотреть не сможем, так как туда далеко ехать на баге. Пожалуйста, хлором пахнет.
яки. Это шоу. Наш шеф-повар делает шоу. То есть гости присаживаются вот здесь и перед ними делают очень приличное, красивое шоу, готовят блюда. Давайте дальше. Здесь у нас находится зал, где гости могут поиграть в нарды, могут посмотреть, например, какой-нибудь матч, новости и так далее. Если важные какие-то трансляции есть, вот. Библиотека. Можно оставить свои книги здесь, да? Можно, да, можно свои оставить. Два кинозала. Фильмы транслируются на оригинальном языке, на английском. Ну, заходить, я думаю, не будем, да? Там... Верим. Да. Что все хорошо. Все подсобные помещения, а это зона отдыха для тех, кто ждет своего номера.